В Петропавловском городском суде вынесли приговор Марату Умурзакову, обвиняемому в причастности к международной террористической организации и в участии в боевых действиях в Сирии. По версии обвинения, подсудимый в августе 2012 года предположительно незаконно попал в Сирию через территорию Турции, присоединился к террористической организации и участвовал в боях против правительственных сил Сирии. Суд приговорил Умурзакова к 7 годам тюрьмы. Умурзакова Марата Искендеровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 233 прим. 2, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Адвокат 47-летнего Умурзакова заявил о несогласии с приговором и намерении подать апелляцию. Приговор, который сегодня вынесен, с ним не согласны ни Умурзаков, ни я. И мы, как сторона защиты, будем обжаловать его в установленном законном порядке. Все доводы будут изложены в апелляционной жалобе. Мать подсудимого говорит, что ее сын не способен на преступления, которые ему вменяют. Сегодняшним приговором не согласна, потому что ему вменили то, чего не было. Это уже перебор, грех. Марат Умурзаков, который во время следствия давал так называемые признательные показания, в суде заявил, что отвергает обвинения. Он назвал их сфальсифицированными. Приговор пока не вступил в законную силу. Нургуль Алина, Азаттык ТВ.